Всем привет, мои хорошие, начинаю новый влог. Мы гуляем, у нас холодно и очень ветрено. Даже всем привет. Привет. У нас не то, что прям очень холодно, в принципе, солнышко, но какой-то видишь? Шторм, да. Вчера был вообще капец. Вчера я с трудом могла удержать вообще коляску в руках. Ветер ее просто сдувал напрочь. Прям... Я такого давно не помню. У нас бывают ветра, но мы не на море живем. И мы на краю материка, а в самой середине. И такой ветер, это, конечно, капец. Мне кажется, 30-40 метров в секунду, потому что вот идешь, тебя реально сдувает. То есть ты не можешь сделать шаг, потому что это тяжело. И коляска один раз даже чуть не упала. Тоже сдувало, да, тоже тяжело. У нас такие внеплановые каникулы, не знаю, как у вас, а у нас каникулы начались раньше, с 25-го. То есть, в принципе, с вчерашнего дня мы уже дома. Сегодня у нас какой 23-й, да, вот, и пока до 7-го мы дома, 2 недели каникул. Я, конечно, рада. Что ты там нашла? Что там такое? Дневник. Кто-то обрадовался каникулам, выкинул нафиг дневник. Ну-ка, пошли посмотрим. Ну-ка, что там за дневник? У нас, кстати, вот 23 число, 29 числа уже нас все время завтраками кормят. Сдача объекта новой детской площадки. Как видите, работы даже не начинались. То есть осталось 6 дней. А, кто-то дневник выкинул. Кто-то двойку, наверное, получил. Ну-ка, спереди фамилия написана, посмотри. Так, Шу... Господи, Шу Лютова Владимира. В общем, Владимиру привет. 9 А-класс. А, наверное, разозлился. Наверное, в школе его видели или двойку поставили. Котёнок, конечно, руками трогать не надо, он грязный. Не, пятерочки, да, пятерочки. Какой трофей мы нашли. Нет, ты подальше смотри, подальше. Может, там в конце двояк. Пятерочки. Но почерк, конечно, для 9 класса огнище. У меня Ксюша сейчас красивее пишет. Дальше. Оценки за четверть, наверное. Что-то там не срослось. Вот, знаки вопросов. Знаки вопросов. Круто. Да, точно. Давай дальше. Пятерка. Пятерка мальчиков обычных культуры и музыки в 9 классе. 5. А чтение еще, чтение, да. 4. Классно? Да. Да. Супер вообще. А вот он вот. Поведение удовлетворительно. Занимайся регулярно. Дневник. Угу. Ну давай сразу подальше листай, где четверть кончилась до самого конца. А, он полностью заполнен, да? Это не этого года, значит, дневник. Значит, человек просто из окна, может, его швырнул, потому что нет. Уже все. Они, ну, не полностью, но все равно. Да. Это апрель. Да, не этого года дневник. Достали бедных детей, он дневники ходит, выкидывают. Так что вот такие дела. Пока гуляем, но очень холодно. Да. У нас уже осень в этом году настала рано, мне кажется, у всех. Было потрясающе замечательно. Лето, мы много раз купались, но... Осень прям вообще дубачок. У нас уже был не первый снег. Пару дней назад, 3 дня назад, наверное, такие как ледышечки с неба. Хотя по прогнозу был снег. Да. Смотрела, у девчонок во многих городах уже выпал. У нас пока нет, у нас пока все зеленое. Ну, травка зеленая, цветочки на клумбах еще цветут. Листва-то, конечно, он уже опадает. Да. Тебе интересно, да? Чужие дневники смотреть. Да. Да. Хотели на каникулах сходить. В джунгли-парк, да, но в связи с ограничениями мы туда не попадаем. Вообще, заколебали. Опять все закрыли. Новое ограничение у нас. Не знаю, как у вас. Сначала в Москве ввели, наверное, на следующий день, через день у нас в Туле. Для тех, кто не знает. Мы рядышком с Москвой. Так что никуда не попадешь. Ни в кино, ни в джунгли-парк. Пришла посылочка от Рандеву. Очередной классный наборчик ароматов. Вот так она выглядит. Сейчас вместе с вами откроем, потестируем. Видите, посылочка внутри. Все хорошо переложено, чтобы, не дай бог, у нас с вами ничего не повредилось. Как всегда, Рандеву кладут подарочки. Герлен хотела потестировать этот аромат. Класс. Потестируем. Здесь, кстати, большой такой пробничек. Супер. Здесь у нас декларация, как всегда, соответствие с требованиями и чек, потому что ароматы оригинальные. Так, это что у нас? Так, это такой буклетик. И здесь у нас уход. И тоже в подарок всегда кладут пробнички. Так, и вот он у нас с вами сам набор.
Это номер 3 набор. Ароматы, топ-8 ароматов для нее. Выбрала именно такие. О, кстати, здесь и герлен тоже есть. Потому что здесь прям вот классная подборка, действительно классная. Наборчики очень стильно оформлены и открываются с помощью магнитной защелки. И вот какая у нас здесь с вами коллекция. Dolce & Gabbana, Chanel, Lanvin. Так, Нарцисс Родригес, Версачи, Нина Ричи, Герлена Лакос. Ну вот, вот прям золотая коллекция, я бы назвала этот набор. Вообще потрясающе. Мы уже с вами обозревали такие наборчики и даже разыгрывали один, да, от Рандеву. А вас, кстати, Рандеву опять тоже не забыл. И 10% скидка на любые покупки. По промокоду 10 Светлана, я обязательно вам его пропишу, от 2500 рублей. И промокод суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Рандеву – это оригинальная парфюмерия. Рандеву – это косметика и парфюмерия для дома. Мы с вами заказ обозревали с косметикой. Так, ну что, я практически со всеми этими ароматами знакома, кроме Герлен. О, ну вовремя у меня тут ремонт кто-то затеял. Сегодня хочу поносить аромат Герлен. Прям очень хочу. Так. Сладкий. И древесный, слушайте, он потрясающий. Здесь есть у нас описание вот на этом буклетике. Ой, он классный. Ну, эти все ароматы, они очень дорогие, дорого пахнут. Так. Нет, здесь нет нот. Ой, как он раскрывается, здорово, девчонки. Я тащусь. Для меня такое ощущение, что это аромат с феромонами. Потому что я в него тащусь, серьезно. Он сладкий, приторный под началом. А потом раскрывается таким чем-то интересным, безумно интересным, очень дорогим, шлейфовым. Ой, какой крутой. Супер. Класс. Вообще, он такой насыщенный, такой дерзкий. Вот на холодное время года прям класс. В то же время какой-то согревающий, цветочный. Ой, суперский. Очень понравился. Давайте еще какой-нибудь с вами один аромат протестируем, потому что все мой нос не выдержит. Так, что я хочу, что я не пробовала. Так, давайте Нарцисса Родригеса попробуем. Какой интересный. Слушайте, это нарцисс. Это запах цветов нарцисса и пиона. По первым ноткам. Есть какая-то нотка свежести очень интересная. Он поначалу совсем другой. Вот сейчас раскрывается, буквально через 2 минуты. Нарцисс. Нарцисс, пион. По мне вообще цветочный, свежий, легкий. Очень интересный аромат. Ландыш, что ли, еще, девчонки, не пойму. Я вообще не знаю описания этих ароматов, поэтому вам свои первые впечатления. Ой, какой интересный. Я бы его больше на весну отнесла. Да, на весну прям вот зелень, ландыш, нарцисс. Прям вообще класс. Прям к маю вот таким вот ароматом залиться. Ой, какой вкусненький. Так, еще хочу какой-нибудь один. Шанель выбрала Change Woman. Так, куда мне его пшикнуть? Куда мне его пшикнуть, чтобы потестировать? Вот сюда. Угу. Этот еще интереснее. Здесь нотки свежести. У меня был такой аромат, похожий, очень-очень давно. Я его обожала. Не помню, как называется. Дешевый. Ой, а здесь такой интересный. Это свежий аромат. Он раскрывается свежестью. Вот кто любит акватические нотки, вот я их здесь чувствую. Да, он свежий. Это называется закон подлости, да? В общем, он крутой, да, он такой акватический, не тяжелый, легкий, но в то же время терпкий, насыщенный. Вот кто любит свежие ароматы, Шанель, прям, да. И сладость там какая-то есть, очень вкусная, интересная. Такой аромат интересный, узнаваемый. В нем что-то вот какая-то особенная нотка. Еще захотелось Versace Bright Crystal. Ой, тоже какой интересный. Вот это уже... Да, на любое время года. Ой, очень интересный. Искрящийся такой аромат. Не тяжелый, нет, есть и нотки свежести. И какой-то сладости, и цветочек какой-то тоже чувствуется. Ой, какие они все классные, крутые, девчонки. Я прям в диком восторге. Каждый день можно менять ароматы. Вообще такой набор для знакомства с парфюмами очень удачный. Как говорится, да, на свой вкус и цвет себе набор. И каждый день пахните так, как вам захочется. Я в восторге. Я вот именно этот наборчик очень хотела. Будем с вами носить, будем с вами все ароматы тестировать. Но они все всегда очень стойкие, как правило, да, оригинальные ароматы. Ну, Лакост мы с вами все знаем. Классный тоже аромат.
Наборчик потрясающий. Вот номер 3, девчонки, запоминайте. Прям подборка. Огонь. Вообще огонь. Все скидочки, все промокоды, ссылка на сайт. И именно на этот набор будет, девчонки, под видео. Проходите, знакомьтесь, сайт очень классный. Много скидок бывает, много есть чего выбрать. Там и белорусская косметика есть. Да, любая, в принципе, любая косметика. И вот оригинальные ароматы, на которые тоже часто бывает скидка. Такие наборчики, у них тоже часто бывает скидка. Ну вот запилили со всех сторон. А нам еще до прогулки час. Мы пораньше выбежим, сейчас покушаем. Да, котеночек? Да, мне страшно. Да ладно, не бойся, даже Крестюшка он маленькая ползает и не боится ничего. Она привычная к белому шуму, да, потому что она всегда на нем, грубо говоря. Пилит. У нас каникулы! Ура, каникулы! Почему не прыгаешь от радости? Понедельник сегодня. У нас каникулы, и мы сейчас, знаете, куда с вами пойдем? Мы сейчас пойдем с заказом Фаберлик. За халявным заказом Фаберлик. Я вам покажу, что там была за халява, и расскажу. Я уже во вкладке сообщества писала, да, об этом пост. Вот. Пойдем за халявным заказом. Никак не можем дойти. Он на той неделе пришел. Но так как не спеху, я вам всегда спешу снимать обзоры с новинками, да. А сейчас как бы не новинки, но тем не менее халява, и его забрать нужно. Поэтому сейчас будем собираться и отправляться гулять. Кто там притих сидит? Не бойся. Не бойся, мой сладкий. Вызывай хоть полицию. Это ремонт. Что делать? Кто-то что-то ремонтирует. Ну ничего не завалится на нас, не бойся. Это просто кто-то что-то ремонтирует. Пусть. Ага, на нашем 5-м этаже. Ну и пусть. Наш охраняет Крестюшу. Крестюша тут ползает, вот здесь, вот тут. Не показываю пока. И он ее охраняет. Он, видимо, тоже испугался, ему страшно, но он не убежал, не спрятался, как ни странно. Он лежит напротив нее и охраняет. Милый какой, молодец. Какое у нас развлечение сегодня. Да? Ну, бегите. Фаберликовская нейроскакалка. Класс. Супер. Вообще. За заказом идем. Потом еще на почту надо себе посылками. Сегодня у нас морозно было ночью. Наделись тепло. Все было белое, когда проснулись вообще. -2 было ночью. Сейчас +2, +3. Но ветра совсем нет, поэтому как-то теплее ощущается, солнышко светит. Хорошо, здорово. Так тихо. Вроде дети все дома, каникулы. И тишина такая как. Мы занимаемся. Ковыряем чего? Мох. 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 Мы познали мох, и нам очень интересно его ковырять, да? Да. Как здорово. Ой, красота. И же он там тоже расковырял. Да ты уже всю площадку почти расковыряла. И рабочих не надо перекапывать, вызывать. Перекапывать. Ну, должны. Должны выравнивать здесь все. Нет, не будет. Интересно, цветочки еще растут. Так холодно сегодня, ночью минус было. Тут еще цветочки, вот желтенькие, даже дуванчики кое-где растут. Да, я же видела. Травка зеленая, но дубак страшенный. Очень рано в этом году осень. Осень. Крестюшка спит. Деревья обвалились. Как раз у нас вся осень была вся в листьях. Да. А сейчас уже деревья почти голые все. Но цветы цветут. Бедные, несчастные последние. Рябина тоже облетела вся. Одни ягоды остались. Шли домой, и вот мой заказ Фаберлик. Это 5 коктейлей. 2 мужских, так, один со вкусом шоколад, другой ванила. Смотрите, тут сбоку написано. Кстати, многих интересовал срок годности. Сейчас посмотрим. Нормальный тут срок годности абсолютно, поэтому 157.11. Поэтому зря вы так говорили. Нормальный. Так, это первый. Мужу говорю, будешь пить? Он говорит, надо заниматься. Я говорю, надо пить. Так, здесь уже поменьше, смотрите. Вот этот коктейль до 3 декабря. То есть его надо пить первым. Так, дальше. Здесь у меня страсбери, это клубника. До 10 декабря, вот 2 месяца осталось. Нет, все-таки вы были правы. Один только свежий пришел, свежей партии. А, и вот второй свеженький более-менее. Так, это с чем у меня? Шоколад. И еще один шоколад. Здесь нормальный. Короче, сейчас клубнику с вами откроем, тогда попробуем, что он из себя представляет. В общем, это была акция, девчонки, для лидеров. Фаберлик от 12%, да, и для держателей пункта выдачи. Вот. 5 коктейлей любых на выбор. То есть они были по рублю. Видите?
По рублю. Я заплатила только за доставку 99 рублей. За весь заказ у меня 104. А так бы он стоил 8 990. Поэтому Фаберлик халява тоже бывает. Что очень приятно, кстати. Забрала еще на... Господи, на Озоне и на Вайберис. Ну, ту же самую заказала. Абсолютно ту же самую. Какой мы с вами красились. Потому что меня пока... Да блин. Еле достал. Меня пока устраивает 7,3. И бургунд. Бургунд на Вайлдберрис, по-моему, да, потому что дешевле это на Вайлдберрис или на Озон. Что это, Вайлдберрис или Озон? Господи, Вайлдберрис, по-моему. Дешевле там было. И бургунд добавлять к вот этому вот оттенку. Тоже сейчас забрали. Так, ну все, в общем, Фаберлик халява есть. Очень приятно на самом деле, да, получать такие подарки. Пригодится. Даже вот оладушки с ними печь, блинчики с ними печь. Да куда-нибудь поиспользуем. Сейчас хочу попробовать. Вот уже надо открывать и мужу сказать. То есть у нас два коктейля получились из трех со сроком годности не очень свежим, да. А три из пяти с хорошим сроком годности. Поэтому вот этот шоколад и клубнику будем пить. Интересные составы. Я их не брала. Я брала классические. Здесь, в принципе, составы очень обогащенные. Классные. Поэтому будем пить. Почему нет? Клубничный. Прям клубникой пахнет. Тут ложка есть, интересно. Да, она, как всегда, зарыта. Вот это мне вообще не нравится, конечно, в этих коктейлях. Потому что она зарыта. Ее надо от всего, от этого дела отскребать и так далее. Вот, сейчас наведем, попробуем. Yeah. Замешала в шейкере. Чуть постояла, сейчас попробуем. Она ее даже туда не видела, знала, что мы ей так упадали. Слушайте, они вообще другие. Не такие, как те. Вот знаете, если в тех коктейлях кого-то смущало, то что там ощущается, ну, как порошок, что ли, не знаю. В общем, они другие вообще по консистенции. Это прям вот... Ягоды-ягоды, без какой-либо примеси. Они вкуснее. Они однозначно вкуснее, чем те коктейли 100%. Я с удовольствием их допью. Ну, правда, вкуснее, надо попробовать. Ну? Ну, вкусненько. Вкусно, правда? Да. Те коктейли ей, кстати, не очень нравились, и многим они не нравились, вот по этим именно ощущениям. Здесь вообще все круто. Поэтому, если берете по Фаберлик Лайк коктейли, я советую вот эти скульпта. Они гораздо вкуснее, и здесь вообще не ощущается ни порошок. Вы знаете как? Ну, вы меня поняли, кто пробовал коктейли. Это небо и земля. Вот эти гораздо вкуснее и интересней. Гораздо. На молоке вообще, мне кажется, это будет бомба. Прям вот классический молочный коктейль, как в магазинах, да, молочный, кислородный. И он, кстати, когда взбалтываешь, дает много пены, прям вкусненько пить его. Тот так не давал. Скульпта однозначно лучше, коктейль, девчонки, вкуснее. Я прям этому заказу очень рада, я думаю, мы с удовольствием всей семьей их допьем. Но на этом влог буду заканчивать. Если он был вам интересен и полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну, а я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока.